Торжественный момент регистрации 500-тысячного жителя Кемерово. Им стал второй сын в рабочей семье Соболевых Андрей. Евдокия Васильевна – штукатур-маляр Треста Кемерово Химстрой. А Александр Васильевич работает электромонтером в научно-производственном объединении «Карболит». Цветы, поздравления, подарки. Председатель горосполкома вручает семье Соболевых медаль в память о знаменательном для города событии и ключ от трехкомнатной благоустроенной квартиры в новом жилом районе. Крупнейший индустриальный центр Кузбасса бурно растет. Приведу такой пример. Только за 10-ю пятилетку город получит в 2,5 раза больше жилой площади, чем за все довоенные годы. Городская новостройка раскинулась на огромной площади в излучине реки Томи, недалеко от Соснового Бора. С промышленной зоной эта часть города будет связана скоростными троллейбусными и автобусными маршрутами. Строители возводят здесь 9-16-этажные дома новой серии, спроектированные с учетом климатических условий Сибири. Применяются и новые отделочные материалы, так что новый район лишен однообразия, он светлый, уютный. В каждом микрорайоне обязательно школа, детские садики. По замыслу архитекторов и строителей, это будет один из красивейших и благоустроенных районов города. Его украсят бульвары и скверы, дворцы культуры и спортивные комплексы. До конца года около 25 тысяч жителей Кемерово получат новые квартиры или улучшат свои жилищные условия.